Здравствуйте! Добро пожаловать на канал About Animals. Эта ситуация произошла в Кении на ферме. Данный случай еще раз доказывает нам, что любовь ⁇ то чудо, благодаря которому возможно все. Для жителей деревни, которые живут поблизости с парком Восточный Цава, дикие животные ⁇ нечто привычное. Однако дикие звери немного опасаются людей и не подходят слишком близко к местам, где обитает много народа. В прошлом году к коровам примкнула любознательная молодая зебра. Удивляет тот факт, что эта отважная красавица добралась так далеко и при этом не попала в лапы хищников. Работники фермы проводили зебру до деревни и рассказали о ней людям, работающим в заповеднике. В скором времени сотрудники организации, помогающей животным, приехали и отвезли путешественницу в ее обычную среду обитания. Жители деревни потом еще не раз видели и сдали эту зебру. Через пару месяцев она возвратилась вновь, но уже не сама. Теперь зебра стал молодой мамочкой. Выяснилось, что у нее родился детеныш от деревенского осла, который в то время тоже находился на пастбище. Это совершенно точно. Милый малыш называется зеброидом. От своей матери ему передались лишь горизонтальные полосы на конечностях, в остальном кроха полностью напоминает осла. Данный гибрид можно назвать невероятным чудом. Ранее ученые уже пытались скрестить зебру с лошадьми. Однако попытки скрестить осла и зебру не принесли результатов. Эти разновидности животных абсолютно равнодушны друг другу. В этом случае произошло исключение. Эта смелая зебра вызывает уважение и восхищение. Ради своего возлюбленного она рассталась с родным стадом. Также, юная мать не побоялась пройти путь, чтобы показать отцу их общее чадо неизвестно, что ей руководило, инстинкты или острый ум, но такой поступок достоин уважения. Зоологи, которые работают в заповеднике, сделали вывод, что необходимо оставить мать и ее малыша на ферме. Дело в том, что в стаде зебр могут не принять или загнобить животное, которое отличается от их сородичей. Поэтому, теперь зебра живет на ферме. Стоит отметить, что ее никто не удерживает силой. Она сама не хочет уходить, поскольку ей нравится находиться в обществе домашнего скота. Молодая мамочка вместе со своим чадом живет под опекой людей. Эту парочку часто фотографируют туристы, поэтому они уже привыкли позировать перед камерами. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, где вы найдете еще много интересного, а также ставьте лайки и пишите комментарии, что думаете насчет этой истории.